нашій студії. Вікторія Чигурда, громадський діяч, добрий вам вечір. Вікторія Чикурда, світська левиця, мама Олександра Пономарьова-молодшого, нещодавно вийшла заміж за українського чиновника Тараса Чикурду. Весільна церемонія пройшла в одному з найдорожчих готелів Києва у вузькому колі найближчих друзів та родичів. Разом виховують трьох дітей, двох синів та спільно новонароджену доньку. Вікторія вважає, що людина сама творить своєї долі, а різні практичні вчення, як, наприклад, феншуй, її не цікавлять. Скажи, у тебе в домі кришка туалету зачинена чи відчинена? Ти коли викидаєш сміття і для тебе феншуй – це щось, що є в твоєму домі, або ти не зважаєш? От яка в тебе позиція? Ви знаєте, враховуючи те, що в мене в домі троє дітей, моя кришка унітазу ніколи не буває зачинена. Ну, мені здається, що взагалі основним моментом у всіх цих спірних питаннях є момент віри. Якщо ти віриш у феншуй, роби в своїх квартирі все це по феншую. Якщо ти віриш у силу допомоги ікон, так, став собі ікони того місця, які тобі важливі в твоєму домі. Тому, що стосується дизайну, ти питання піднімала, то я знаю, скажімо так, нас вчили, коли ми вчили дизайн, що там, де закінчується дизайн, починається феншуй. Тобто дуже складно поєднати дизайнерські рішення з феншуєм. Тому такі клієнти, які замовляли певні дизайни з врахуванням феншую, ми говорили про те, що співпрацювати дуже складно, тому що не завжди наші дизайнерські рішення могли мати місце у рішеннях спеціалістів з феншую. Вікторія, це дуже цікаве запитання, тому що в нашій студії сьогодні є дизайнери, є архітектори. Розкажіть, в своїй роботі ви враховуєте феншуй або це не обов'язково? І що ви робите з тими клієнтами, які приходять і кажуть, ми хочемо? О, це, мабуть, Наталя впізнала себе. Просто ми дизайнер в шокі. Що це так? Дизайнер в шокі? Він каже, це неможливо. Ні, ну, звісно, все враховувала і все у нас вийшло. Честно скажу, вообще никаких проблем не было. Я ей, наоборот, посвятила и ссылочки дала, она меня поняла, почему, зачем и что я, почему я так щепетильно к этому отношусь. Просто очень важно, чтобы дизайнер прочувствовал. Знаешь, как вот, это, во-первых, это моя сестра четвероюродная дизайнер. Мы только познакомились, но мы абсолютно разные люди. Никогда она не была связана с то, о чем ты говоришь. То есть каждый свою веру верует или никакую. Вот, поэтому у нас все замечательно получилось. Загадайте, с чего Наталья распочала? Моя дизайнер в шоці. А потом мне ей так сподобалось, я ей дала почитать, и все сподобалось. И все ж таки, будь ласка. Я не совсем согласна, что нельзя как бы найти какой-то общий язык. Мне кажется, что если приходит клиент со своими особыми требованиями, назовем это так, как для меня, как для профессионала, то есть это могут быть любые требования, он может быть верующим, может быть инвалидом, ну, разные бывают просто запросы. То есть для меня составляется так называемое ТЗ, техническое задание, это для меня будет в данном случае как исходники для работы над объектом. Вот. И уже по этим исходникам я буду делать какую-то функциональную схему и наряжать ее, декорировать в любой, собственно, стиль, который заказывает заказчик. Поэтому, ну, по крайней мере, я так работаю. Вот. Для меня не было бы проблемы. Угу. Может быть, у Петра? Колези, можно? Профессионально работаете. Да, меня зовут Петр Шамилов, архитектор, дизайнер. Ну, в моей практике были интерьеры, которые я делал вместе со специалистами фэншуй. Вот, ну, как бы я, да, проблем особых не было, потому что, да, это действительно, как для меня, для профессионала, это просто ТЗ. Но, говоря, вот мы говорим о результатах этого сотрудничества, или то, какую цель преследуют люди, используя труд специалиста. Петро, если можно, ближче микрофон. Ближе, да. Я со своими клиентами, то есть интерьеры готовились 7-8 лет назад, и то есть я с ними остался друзьями, я вижу их жизнь. То есть сказать, что феншуй больно повлиял в позитивную сторону, то есть да, мы сделали, да, получились интерьеры, где-то там ну, получали какие-то там награды на интерьерных конкурсах, но ну, и в плане организации мастера были довольны, мастера феншуй, но жизнь их протекала абсолютно так, как у порядочных громадян. То есть были взлеты, падения, разводы, там, то есть люди как бы, вот, поэтому я хочу поддержать вот вашу точку зрения, потому что на самом деле за каждого человека никто не проживет жизнь его. Да. То есть если он настроился на позитив, он живет. Когда
Я работаю над какими-то проектами. В основном это друзья, близкие, знакомые. И, например, человек спрашивает, а вот я бы хотел здесь большое зеркало в прихожей. Я всегда скажу, что, знаешь, вот эта стена не по фен-шуй, потому что зеркало не должно находиться напротив выхода. Считается, что энергия, которая... Энергия может уйти или там отразиться, ну, то есть это не good. Давай вот здесь. Окей? Окей. Ну, если человеку не принципиально, он соглашается сразу. Если он, но бывает, люди говорят наоборот, не надо мне тут никакого фен-шуй, я не верю, мне это все не нужно. То есть, ну, подведу итог, что вот такие фундаментальные, большие, ну, это даже не науки, это знания человечества, их нужно уважать и нужно, ну, хотя бы информировать.